13.06 на часах. В эфире «Особое мнение». В студии Дарья Пузлива. В гостях у меня сегодня заместитель секретаря Общественной палаты Кировской области Марина Копырина. Марина Николаевна, добрый день. Добрый день. Слушатели, нас можно слышать на частоте 101.0. Онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из студии идет на сайте kirova.ru. Вы можете отправить спикеру смс на номер 8-909-720-101.0 или задать интересующий вопрос через форму анонсов на нашем сайте kirova.ru. Марина Николаевна, начать, наверное, хотелось бы с темы, которую мы уже практически месяц или больше начинаем. Это Игорь Васильев, рио-губернатора. Совет Общественной палаты не так давно встретился с Игорем Васильевым. Ваши впечатления о новом лице? Как настроен он вообще на работу с общественниками? Или все закончится вот парой встреч и таким инспекторским взглядом поверху? Нет, я думаю, что, в общем-то, человек настроен на работу с регионом. В общем-то, выбор нашего президента, я думаю, не случайен, поскольку у них там есть и общее прошлое, они служили, в общем-то, когда-то вместе. И в плане того, что вот мы были на встрече, приглашали общественность на встречу, когда его представляли региону, и Совет Общественной палаты также встречался с ним. В общем-то, человек, несмотря на то, что у него было очень немного времени для того, чтобы ознакомиться, в общем, с регионом и с его проблемами, он самую суть сразу выцепил. Ну так, может, я несколько грубо говорю. То есть он понял, что у нас основные проблемы – это дороги, у нас проблемы – это ЖКХ, у нас проблемы здравоохранения. Это действительно вот те три глобальные проблемы, с которыми сегодня Общественная палата работает. И, в общем-то, он с этого и начал. Человек с чувством юмора. В общем-то, несмотря на то, что, ну, вот я но понимаю. Человек с чувством юмора. Нет, просто понимаете, когда человек идет, ну, будем так говорить, на опальный регион, это уже надо иметь определенное мужество, чтобы согласиться и принять регион. Потому что сами понимаете, какой негатив, в общем-то, связан с тем, что у нас случилось. В самом деле мы авторитет насколько уронили, его надо сейчас поднимать. И поэтому даже вот тот факт, что он решился принять наш регион и начал с нами работать, это уже большой плюс. Поэтому я думаю, что и это не случайные слова. Когда мы встречались, он сказал, что он войдет как гражданин Кировской области в наши общественные комиссии, которые мы создали, по региональной группе созданы по проверке вот, ремонта дорог автомобильных, по ЖКХ, и, ну, знаете, как-то сразу это не совсем серьезно воспринялось, потому что мы ведь понимаем, что у него сейчас задача, в общем-то, познакомиться с регионом, и, в общем-то, очень много, масса вопросов таких на него навалилось сейчас, что, в общем-то, вроде бы и не до общественности, да, но вот тем не менее. Не удивились, что, да, вроде бы, вот целый регион, и тут и ЖКХ, и дороги, и здравоохранение, и вдруг человек идет, встречается с общественностью, да. Причем, можно сказать, в первые числа, когда он только знакомится с областью. И когда он нам сказал, что он у нас войдет в эти группы, у нас советы принимают это решение, по сути, совет был весь на месте, решение было принято. Но когда я увидела сюжет Нововятске, когда он сам непосредственно с нашими общественниками, с нашей группой контроля выехал проверять, как делается ремонт дорог в Нововятском районе, честно говоря, я была поражена. Потому что, несмотря на свою занятость, несмотря на огромный объем работы и так, в общем-то, он нашел время выехать с общественностью, посмотреть, насколько правильно и качественно ведется ремонт дорожного покрытия. И там обнаружили, что, в общем-то, смесь, которая покрывает вот это асфальтовое, не соответствует качеству, которое должен быть предъявляться. Там некоторые вопросы, в общем-то, возникли. Там два слоя вместо трех. Да. Там много вопросов возникает, потому что я тоже в составе этой группы, но у меня так получилось, что я сначала в отпуск ушла, потом немножко вот из жизни выпала. Но ребята-то работают, молодцы. Константин Синчихин там активно, Андрей Усенко, в общем-то, они выезжают, смотрят и по районам ездят, и по городу ездят. В общем-то, работа ведется большая. И вот завтра у нас будет очередное заседание в 11 часов нашей рабочей группы. По дорогам, именно. А вы вообще вот как общественник, как юрист, раз уж Васильев так обратил внимание на Общественную палату, то есть на какие моменты вы бы его внимание обратили вот в плане вот именно вот по своей сфере, по своей стезе? Нет, моя стезя – это бесплатная юридическая помощь, поэтому мне однозначно, я и на, когда с Советом встречался Васильев, тоже хотел этот вопрос поднять по поводу того, что постановление вот правительства области о компенсации расходов не менялось уже более 5 лет, чтобы адвокатов немножко стимулировать, потому что основная нагрузка на адвокатов по оказанию бесплатной юридической помощи в области. Но поскольку, в общем-то, дороги, ЖКХ и межнациональные отношения, все-таки мы посчитали, что это более
более важные вопросы, которые надо в первую очередь, в общем-то, ставить и знакомить его с ними, главу региона, то решили, что по бесплатной мы немножко позже. Потому что я думаю, что если, в общем-то, в первые дни он нашел время встретиться с общественностью, то в дальнейшем у нас эти встречи будут проходить регулярно. Ага, по бесплатной там вопрос только компенсации или еще какие-то моменты необходимо? Нет, там, слава богу, мы все вот в июле у нас в двух чтениях прошли поправки к 607-му закону о бесплатной юридической помощи в Кировской области. То есть теперь жители Кировской области могут реально получать полную бесплатную помощь, начиная от устных консультаций письменных, заканчивая составлением исковых заявлений, иных документов правового характера и сопровождения в судах. То есть, если раньше мы говорили, что, пожалуйста, по всем без исключения, вернее, по всем вопросам, за исключением вопросов предпринимательской, консультируем бесплатно, то теперь вся дальнейшая помощь также бесплатно осуществляется для граждан. То есть адвокатам должны, исключения? Да, ну, нет, предпринимательская не консультируется бесплатно, а также все вопросы, потому что это получается шире, чем у нас по нашему федеральному 324-му закону. Здесь, в общем-то, получается, что гораздо больше круг вопросов могут граждане получить и консультацию, и дальнейшую бесплатную помощь. А если вот о документах, принятых недавно говорить, прочитала тут на сайте общественной палаты, что в муниципальных образованиях должно появиться положение об общественном контроле. Базовый документ, насколько я понимаю, приняли вот тот самый законопроект, да, который приняли в первом чтении. То есть эти положения, во-первых, сейчас будут приниматься между чтениями или нужно будет дождаться, когда законопроект примут уже во втором чтении? То есть какова сейчас будет процедура и вообще что это за положение? Нет, закон о общественном контроле, он, в общем-то, достаточно хорошим получился. И большое спасибо, в общем-то, Дмитрию Александровичу Курдюмову за его настойчивость и настырность вот в плане решения этого вопроса. Мы приглашали автора российского закона сюда к нам. Приезжал, он, в общем-то, с нами общался и давал советы. Этот законопроект, насколько я знаю, Дмитрий Александрович тоже направлял, как бы, и консультировал с Грибом. Но на сегодняшний день, в общем-то, первое чтение. Почему? Потому что там есть еще технические недочеты. Чисто там юридический термин, еще какие-то моменты. А в целом, в общем-то, сам закон получился очень приличным. В отличие от многих регионов, где он формально-то есть, но фактически он не действует, и он, ну, будем так говорить, в усеченном варианте есть. А необходимость... Я перебью, но я уже слышала эту мысль, да, что где-то в других регионах он не очень-то и рабочим получился. Мне вот интересно, в Кировской области вот какие моменты именно учли, что можно считать и надеяться на то, что вот у нас-то это работать будет? Ну, у нас, во-первых, более четко прописаны субъекты общественного контроля, объекты общественного контроля прописаны и формы, в каких может осуществляться общественный контроль. То есть это те, кто могут контролировать? Да, кого могут контролировать, да, и в каких формах, да, могут контролировать. Поэтому я думаю, и у нас, в принципе, несмотря на то, что закон еще принят только в первом чтении, по сути, вот эти общественные группы контроля, которые созданы на сегодняшний день и работают это вот по дорожному контролю в сфере ЖКХ, они, в принципе, в рамках этого закона практически уже и работают. Поэтому там чисто технические моменты доработаем, подправим. Я думаю, что вот на сентябрьской сессии, ну, наверное, на сентябрьской нет, это мои мечты, потому что там новые составы, пока они там формируются, группы, рабочие комиссии, эти все комитеты. Скорее всего, ну, на октябрьской сессии-то я надеюсь, что уже заксобрание примет его во втором чтении. У нас небольшая пауза, потом мы продолжим по этой же теме говорить. Для тех, кто только подключился, в эфире «Особое мнение» в студии Дарья Топузлива. В гостях у меня сегодня заместитель секретаря Общественной палаты Кировской области Марина Копырина. До перерыва мы начали говорить о положениях, которые необходимо принять в муниципальных образованиях. Правильно ли я понимаю, для того, чтобы заработал закон об общественном контроле? В том числе в муниципальных образованиях. Сразу хочу оговориться, почему необходимо это положение. Потому что наш закон Кировской области в статье 2 предусматривает, если смотреть ее, эту статью, говорит о том, что вот эти отношения, которые регулируются законом, распространяются только на осуществление общественного контроля за деятельностью органов госвласти Кировской области, областных государственных организаций, иных органов и организаций области, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия. То есть, если видите, из текста статьи на муниципалитеты этот закон не распространяется. Часть третья говорит о том, что вопросы организации осуществления общественного контроля на муниципальном уровне регулируются муниципальными нормативными правовыми актами. Вот в связи с этим и необходимо принять положение для муниципалитетов. То есть планируется принять, выработать единое положение. Инициатива у нас
проявил город Киров как муниципальное образование. Создана рабочая группа, которая работает над созданием вот этого положения общественного контроля муниципальных образований. Ага, а положение-то оно будет также через законодательное собрание на все муниципалитеты распространяться? Или это уже там городские думы, поселковые, то есть они там сами... Нет, уже здесь будут? Уже, наверное, мы будем на уровне города решать. Единое выработается положение, чтобы была основа, база для разработки для каждого муниципалитета своего, с учетом своих там каких-то особенностей, специфики. То есть они, у них основа будет. На основании этого они смогут уже там что-то под себя подработать и на своих заседаниях, соответственно, своих районах, угу, там городских дум принять соответствующее положение. А кроме Кирова кто-нибудь уже проявил инициативу? Ой, это сложно, конечно. Я думаю, что слава богу, что город Киров у нас проявил такую инициативу, несмотря на то, что тоже у них очень много вопросов, которые необходимо решать, чем они загружены. В муниципалитетах это сложнее, потому что в городе хоть правовое управление есть, есть кому поработать над этим положением, то в районных, особенно вот в дальних районах, сельских особенно, поселениях, там практически ведь зачастую даже юриста нет, который могут подсказать. Просто, да, ладно, вот какие-то крупные города, там, угу, Киров, Слободской, Котельнич, да, Кирово, Чепецка, вот с мелкими-то как быть? Или там не такова потребность вообще, в принципе, в общественном Нет, контроле? Нет, поэтому вот эта вот основа, это положение будет разработано, оно будет доведено до всех остальных. Поэтому уж насколько там будут консультации с юристами, допустим, я думаю, что и город не откажет, и общественная палата, если где-то вопросы там, угу, какие-то возникнут, не откажет. То есть вот помочь-то доработать это положение для муниципалитетов, это не вопрос. Мы готовы, в общем-то, помочь и подсказать, и рассказать. Угу. Если продолжить разговор об общественном контроле, не так давно Андрей Усенко, руководитель, собственно, рабочей группы по контролю за ремонтом дорог, заявил в эфире у нас, что с введением вот этого общественного контроля качество ремонта дорог, ну, заметно улучшилось. То есть по сравнению там с тем, что было, когда только начали выезжать они там проверять, и с тем, что вот получают уже сейчас. То есть он сказал, что вроде как и подрядчики уже, ГДМС идет на контроль какие-то, вот так вот, вот все вроде бы неплохо складывается, хотя скепсис это много по этому поводу было высказано. Вот в какой области сейчас вот еще можно задействовать общественный контроль, чтобы также вот раз и результат был виден? Ну, знаете, даже по дорогам могу сказать, что там, во-первых, понятия разные. Капремонт, ремонт дорог и текущее содержание дорог. Сейчас уже многие, да, в этом разбираться начали. Поэтому здесь, в общем-то, вопрос. И самое печальное было, что у нас вот по текущему содержанию дорог практически не было никогда никаких гарантий. То есть положили они там, подлатали эти ямки, сделали и все. На этом их миссия закончилась. И гарантии, что там год, два, четыре года будут служить эта дорога, никто не давал. Поэтому на сегодняшний день вот в этом плане в контракты внесены изменения во многие по качеству работ, которые проводятся на дорогах. То есть это, в принципе, можно было делать раньше? Конечно. Я просто так понимала, что это законом не предусмотрено, эта гарантия. Договор – это всегда соглашение сторон. И поэтому даже если в типовом договоре это не предусмотрено, то стороны, когда заключают соглашение конкретно на конкретный объем работы, они могут всегда какие-то условия изменить, дополнить, убавить, прибавить. Это, в общем-то, законом не запрещено. И были интересные моменты, уже об этом говорили неоднократно, когда поручали контроль качества за самим подрядчиком. Ну, согласитесь, смешно, да, что я сама себя буду проверять, и вдруг у себя там какие-то дефекты в работе найду. То есть вот, вот этого сейчас в контрактах уже не допускается. То есть заказчик проверяет качество выполненных работ на дорогах. Поэтому я думаю, что такую же работу надо сейчас в ЖКХ распространять, потому что вопросов по ЖКХ очень много. Хищений по ЖКХ очень много, поэтому... А, кстати, вот в общественной палате сейчас не идет никакая работа, чтобы создать вот такую же группу по контролю? Я не могу точно вам сказать, мысль-то, наверное, есть, потому что я... Потому что вроде и Центр общественного контроля ЖКХ работает. Официально просто из центра вышла, потому что физически просто не успеваю, а числиться и ничего не делать я так не могу. Поэтому, ну, стараюсь следить, конечно, за тем, чем они занимаются, насколько это возможно, где-то вопросы какие-то появляются. Вот, и общаюсь и с руководителем группы по этому поводу. Но я думаю, что вопрос вот обязательно поднимется. И насколько мне известно, даже вот на встрече с Васильевым говорили о том, что в сфере ЖКХ тоже надо будет провести контроль. Ну, просто, насколько я понимаю, сейчас речь в основном идет так или иначе о капитальном ремонте.
То есть о том, чтобы контролировать подрядчиков и фонды сами, то есть это все. А ведь ЖКХ-то у нас далеко, только капремонт. Пока капремонту, конечно, вопросов очень много, это надо контролировать, потому что факты вот появляются, в прессе появляются о том, что, допустим, ремонтируется подвал дома, которого в доме вовсе нет, то ремонтируется крыша, когда дом вообще ветхий и подлежит сносу, по сути, а не ремонту. Поэтому вот эти вопросы тоже нельзя упускать, это в первую очередь. Тем более, что сумма, в общем-то, не маленькая за капремонт собирается. И хорошо, что, в общем-то, наше ЗАГС-собрание по инициативе правительства приняли поправки в плане того, что у нас старше 80 лиц освобождаются, ну, там компенсируются иностранцы, которые вносят, там старше 70 на 50% освобождаются, то, что, по сути, 80-летний человек, вот мама у меня 80 лет, по сути, ну ладно, она хоть не одинокая, да, есть мы, которые потом эту квартиру по наследству получат, но а те, кто одинокие, 80 лет оплачивают эти расходы на капремонт. Когда? Через 40 лет они явно не дождутся, когда до их квартиры или до их дома дойдет там ремонт. Поэтому за то, что пользовались. Да, за то, что пользовались. Вот поэтому вопросов, конечно, много. Много в сфере, допустим, теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения, пока по, вот именно по жилищно-коммунальным услугам вопросы возникают. Поэтому здесь, в общем-то, поле такое безграничное, где можно пахать и пахать. Ну вот, к слову, о теплоснабжении, не знала, к сожалению, что вышли вот из Центра общественного контроля ЖКХ, но тем не менее, вот так по старой памяти. Городские власти сейчас проводят опрос по поводу смены системы платы за отопление. Сейчас мы платим каждый, ну, грубо говоря, вот эту всю плату нам растягивают на весь год и равными долями, да. А предлагают поменять, и то есть, собственно, за отопление платить только в отопительный сезон, а остальные, ну, предупредили, правда, что сумма там кратно увеличится в те месяцы, когда отопительный сезон, но зато потом будет меньше. Вот вам как удобнее платить? Вы вообще бы обратили внимание на то, что что-то поменялось? Ну, я, конечно, обращаю внимание на то, что меняется, потому что я еще член правления в своем ТСЖ. Поэтому мне приходится... значит, вопрос все равно вопрос, в кассу, да? Да, потому что приходится за этим следить, и у нас юристов не так много в ТСЖ, поэтому вопросы, вот, которые касаются у нас, и председатель ТСЖ очень грамотная женщина, которая сама старается во всем разобраться, но тем не менее. Ну, что я по этому поводу могу сказать? Во-первых, правила предоставления коммунальных услуг, которые у нас действовали, номер 307, они с 1 января 2015 года утратили силу, а именно эти правила предусматривали вот эту оплату 1.12. Новые правила, которые действуют на сегодняшний день, 354-е, они, в общем-то, предусматривают на усмотрение. То есть, либо вы, да, на выбор, либо вы платите 1.8, хотя вот сейчас, смотрю, сделали систему 1.7, или 1.12. Как вам удобнее? Я вообще считаю, что, конечно, более прозрачная схема оплаты, это когда мы платим за то, что потребили. То есть вот 1.8? 1.8, да. Потому что здесь у вас расчет делается нормативно за то, что вы потребили. Если у нас вот 307 еще предусматривал корректировку в январе. Ну, мне частенько, да, вот январь-февраль, там теперь, где-то корректировка. Да, то теперь нет, этого нет, поскольку эти правила не действуют. И, соответственно, никаких корректировок проводиться не будет. И насколько нам оптимально там разобьют на 12 месяцев эту сумму, и насколько нам потом это скорректируют, и где-то нам это вернется и зачтется это в счет наших платежей, в общем-то, ну, я не совсем в это верю. И, а вообще, я думаю, что вот самый оптимальный вариант, я почитала Волгоградскую область, они там проводили, значит, сравнение, если оплачивается, ставить это счетчики теплового учета. Это самый оптимальный это вариант. На дом или на индивидуальный? На дом. Там, получается, вот они смотрели, у них можно, конечно, и на квартиру поставить, 50 квадратных метров квартиру они смотрели, месячная оплата 2700, если по нормативным расчетам, и 2160, если вот стоит счетчик учета тепла. А я просто даже не знаю вообще, вот, ну, в квартире там реально? Реально, почему нет? В Германии это давно, я в 2000-м была у брата, у них давно они стоят, причем вы там сами регулируете, надо вам добавить тепла, добавили, надо убавить, убавили, и вы фактически платите за то, что потребили. Вот это самое оптимальное. У нас просто, пусть там не сразу окупится этот счетчик, может, 3 отопительных сезона, там, да, может, 2, может, 4, но, по крайней мере, это все равно окупится, это гораздо, то есть вы будете платить фактически за те расходы, которые вы произвели, то есть вам не повесят там, где-то тепло ушло куда-то на сторону, там, где-то сосед там не доплатил, разбросали на всех, да, и заплатили, чтобы по дому долго не было. Такого уже не случится, если у вас будет стоять индивидуальный прибор. Ну, то есть, ну, к индивидуальному прибору еще нужен прибор на дом. Ну, на том-то он, как правило, он должен быть.
подъезд тоже ведь отапливается. Да, на дом-то он должен быть. И понятно, что есть еще общедомовые расходы, которые нам предъявляют, от них тоже никуда не деться. А то есть я правильно понимаю, что если, например, сейчас, ну, пока, насколько я знаю, перевес как раз в сторону вот системы вот 1.8, но если вдруг все решат остаться при том, что есть, то нужно понимать, что сейчас никакие подзаконные акты не обязывают вести вот этот перерасчет. Нет. Нет. Поэтому более прозрачная система оплаты – это 1.8. Ну, и даже, знаете, с бытовой точки зрения, будем так говорить, да, получается, что мы где-то до мая оплачиваем, потом с сентября, там, с октября месяца начинаем оплачивать, да. То есть вот эти летние месяцы, есть куда потратить деньги. У нас же здесь платежи существенно снижаются на сумму вот этого отопления. То есть это и отпуска, это и загородные лагеря для детей, это отдых какой-то, это подготовку детей к школе. То есть это вот пусть небольшая сумма денег, но она у вас экономится, и вы можете ее потратить и на другие нужды, а не на отопление дома. Но с другой стороны, в октябре придет счет, и а там уже сумма. Нет, почему? Вы будете платить ведь по факту потребления. А потребляем мы фактически вот октябрь, ноябрь, декабрь, там и до мая месяца. Угу. Поэтому мы оплачиваем то, что потребили. То есть здесь прозрачно, здесь не должно быть никаких там ого. Потому что за лето мы ничего не потребляли с вами. То есть в октябре нам придет счет за то тепло, которое нам в октябре дали. Ну, то есть не в октябре, а там уже, соответственно, в ноябре, за октябрь. Когда уже включили отопление. Да. Угу. А если стоит индивидуальный счетчик, соответственно, по счетчику будете потреблять вот то, то что. Так же, как с водой. Да, так же, как с водой. Показания счетчика. Ага, а такой момент вот. Но теплоснабжающим вот это невыгодно. Вот мне этот вопрос и был интересен. То есть это как вот с ресурсоснабжающими организациями. Сейчас этот вопрос можно урегулировать? Почему нет? Если вы желаете поставить счетчик индивидуального потребления, это не возбраняется. Они обязаны его вам поставить, запломбировать. То есть для этого не нужно, чтобы были приняты еще какие-то там дополнительные законы или еще что-то? То есть, в принципе, это возможно сделать и сейчас? Конечно. Платить так, как есть за отопление, платить так, как есть за воду. Ну, как по водоснабжению, у нас же так же начиналось. Сначала мы добровольно ставили счетчики, кто хотел, потом в конечном итоге обязали поставить всех до определенной даты. Поэтому здесь также, мне кажется, вот система начинается с того, что кто хочет, кто желает, а потом в конечном итоге потихонечку. Давно пора уже на этот европейский уровень выходить. Мы ведь должны осознавать, что мы будем платить-то ведь гораздо меньше. Мы будем платить фактически за то, что мы потребили. Ну, понятно, что там нормативы будут высчитывать, оплату там в какой-то степени будут повышать, потому что жизнь меняется и движется, и цены дорожают. Но, тем не менее, факт остается фактом, что мы платим за то, что потребили. Даже вот мы, когда на Юго-Западе жили с семьей, у нас там газовый счетчик не стоял, мы платили по нормативу. У нас получалось гораздо больше, чем мы вот сейчас у нас счетчик стоит, мы вообще платим за газ копейки. Ну, а сейчас... Потому нормативы не всегда выше, чем фактически потребляемое количество там воды. Сейчас по воде там еще норматив, он еще и умножается для тех, кто счетчики не поставил. Да, да, поэтому это очень невыгодно. Получается, по нормативу там, слушайте, слона можно каждый день купать, когда мы за месяц потом плату вносим. А когда фактически счетчики стоят, ты платишь за то, что ты потребил. Хотя бы уже не так обидно, за что ты переплачиваешь. Да там, по сути, не переплачиваешь, если счетчик исправен, показания вовремя подаются, и там расчеты делаются фактически за потребленное тобой. Просто я к тому, что вот мы сейчас пока платим по нормативу, я каждый раз, когда говорю, что вроде вода-то льется, выключим. Да, кстати, счетчик. Мы по нормативу, я эту воду всю вылью. Сколько с меня по этому нормативу? Вы не вылейте ее, вы не вылейте ее, потому что там нормативы настолько завышены, что вы хоть там залейтесь этой водой, она все равно будет выше, вы столько не потребите, сколько вам по нормативу считают. Небольшая рекламная пауза у нас, после вернемся. Особое мнение в эфире. Дарья Топузлива, моя сегодняшняя гостья, заместитель секретаря общественной палаты Кировской области Марина Копырина. Завершим мы уже с темой ЖКХ, общественного контроля. Перейдем к грядущим выборам, до которых осталось совсем-совсем чуть-чуть. В этом году вот одной из самых частых причин снятия с предвыборной гонки стало сокрытие информации о судимости. Моторин Владимир, председатель облсберкома, пояснил, что произошли какие-то изменения в законодательстве. То есть раньше, если погашенная судимость, о ней можно было не сообщать, сейчас нужно сообщать о всех судимостях. Вот на ваш тонкий юридический взгляд, это как вообще сейчас так происходит? То есть это не досматривают партийные юристы или кандидатам самим нужно вот постоянно вот на предмет каких-то изменений законодательства смотреть? И вообще вот люди же, ни один, ни два человека уже в эту ловушку угодили.
Я думаю, что все-таки это недосмотр юристов, которые работают вот на избирательных участках. Потому что, согласитесь, депутаты у нас самые разношерстные, будем так говорить, да, разные профессии. Не все они далеко юристы. Mm-hmm. И поэтому следить законодательство и знать о всех изменениях они просто не могут. Но вот в плане непогашенных этих, вернее, погашенных судимостей, но не показанных, у нас вообще-то уголовный кодекс предусматривает, что через определенный срок судимость гасится. То есть человек, в принципе, считается ранее несудимым по закону. Но вот на сегодня действительно законодательство изменилось, и раньше даже если мы требования о судимости запрашивали, допустим, судимость человека, да, то нам погашенные судимости не показывали. Сейчас из информцентра вот идет вся информация о всех судимостях. Также вот по административной ответственности, то есть если там погашено, год прошел, административку тоже не показывали раньше. Сейчас показывается все. И поэтому, наверное, исходя из этого, соответственно, и когда идет кандидат на выборы, он должен, соответственно, указывать все. Даже угу. те судимости, которые погашены. А насколько это вообще корректно, если сам, ну, то есть если закон подразумевает, что если прошел какой-то срок после того, как судимость была погашена, ты уже считаешь, что несудимым? А тут ну, вдруг вот... На мой взгляд, вот это некорректно, вот. Но тем не менее, вот раз закон такой приняли, у нас же там умы-то сидят наверху, которые должны думать и соображать, поэтому раз закон есть такой, мы его должны просто соблюдать. Незнание закона не освобождает нас от ответственности. Поэтому, к сожалению, вот так. Хотя, на мой взгляд, это совсем неправильно. Uh-huh. А, ну, а тут можно говорить о том, что это ну, элементарно используют как юридическую ловушку для кандидата? Может быть, потому что, понимаете, вот, допустим, судимость ведь судимости рознь. Допустим, если человек осужден за убийство, да, или человек, допустим, когда в молодости, там, ну, чаще всего бывает по хулиганке, там, осужден по 206, то здесь, в общем-то, понятно, что там несовершеннолетний подросток, он еще и не соображал толком, что он делает. И драться-то они дрались всегда, и раньше вон стенка на стенку в деревнях ходили, и никто никого к уголовной ответственности не привлекал. И когда человек вот так по молодости оступился, и потом всю жизнь это пятно, как крест должен на себе нести, то есть это неправильно. Как же судимый. Да, судимый. Хотя судимость 100 лет назад погашена, и совершено это было, он говорит, в молодости, когда человек еще не осознал совсем... Что он делает и как он делает. Угу. Обсудим новости не соседних, конечно, регионов чуть подальше. Угу. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий выпустил постановление, которое запрещает местным компаниям нанимать иностранцев для целого перечня работ. А среди них, то есть, как сфера образования, угу. вся, кроме высшего, туда же попала финансовая деятельность, таксисты. Меня лично удивило предоставление редакторских услуг и услуг по переводу, потому что это, по-моему, напрямую может быть связано с иностранцами. Конечно. Вот как считаете, стоит ли вообще в принципе иностранцев ограничивать? Если да, то, например, на примере Кировской области, то есть где стоило, не-не-не, в каких областях? Нам не надо таких примеров. Я вообще, поскольку адвокат, профессия моя испокон веков, и я всегда стараюсь защищать интересы людей, поэтому я не знаю, куда смотрит прокуратура в Новосибирской области, mm-hmm. потому что у нас есть статья 62 Конституции, которая четко в третьей части говорит, что иностранцы, иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации. Поэтому на каком основании появилось такое постановление? Вот понятно, что правительство может придумать все, что угодно, но тем не менее прокуратура должна следить за законностью таких вот постановлений. Наша прокуратура реагирует мгновенно, сразу бы был протест. Поэтому не знаю, может быть... Возможно, там надзорные органы тоже отреагируют? Может быть, просто они еще этого не видели, если это постановление принято, допустим, вот недавно, оно еще как бы это самое. Я думаю, что прокуратура должна среагировать однозначно на такое постановление. Потому что mm-hmm. это, по сути, и запрет на определенные профессии, ограничение права на труд, но и противоречие статье 62 Конституции железно. Ну, то есть, в принципе, не должно быть не никаких должно быть сфер, никаких ограничений. Дабы... Там могут быть специальные законы, которые на федеральном уровне, допустим, там запрещают принимать иностранных граждан в определенные сферы. Ну, это вот мое понятие, это где гостайна, там еще какие-то mm-hmm. сферы, где действительно иностранцы не должны быть. И наши-то граждане Российской Федерации допускаются в ограниченном количестве. Да, и а после потом специальных не выпускаются. А потом не выпускаются, и после специальных проверок. Поэтому говорить о том, что вот это вот какой-то пример для других регионов, это далеко не пример, но это неправильный пример. Нам этого не надо. Ну, надеемся, нас никто не услышит и не воспримет это как предложение. Да. Еще один спорный документ, который известен как
пакет Яровой. Петиция об отмене накануне, по-моему, преодолела порог 100 тысяч голосов, необходимых для, для созыва экспертного совета при министре по вопросам открытого правительства. Вот один вопрос касается вообще в принципе самого документа. Вы как юрист, как его оцениваете? И другой вот перспективы вообще в принципе того, что обратит правительство внимание на это после того, как 100 тысяч, это, конечно, много, с другой стороны, 100 тысяч в пределах всей страны не так много, кажется, но 100 тысяч – это 100 тысяч. Я просто думаю, что не все еще об этом проекте знают. На самом деле, да, многие не знают, когда он только еще принят. Не, да. Ага, что же это такое, да? Это антитеррористический, будем так говорить, пакет Яровой, для тех, кто, в общем-то, не слышал и не знает, что это такое. Хочу сказать, что здесь, в общем-то, входят такие законопроекты, законы, как недоносительство, оправдание терроризма в соцсетях, шифрование данных, миссионерство, ужесточение наказания за экстремизм и так далее. Но вот если судить по тому тексту, который на сегодняшний день существует и который принят 24 июня Советом Федерации в двух чтениях, во втором и третьем, то анализ показывает, что это, в общем-то, самый жестокий пакет документов, который принят за последние 10 лет Госдумы. Поэтому жестокость его вообще в чем заключается? Ну, там очень много таких моментов, которые это, в общем-то, и снижение возраста уголовной ответственности по целому ряду преступлений. Вот с 14 лет, допустим, уголовная ответственность, а не 16, как обычно водится. Это международный терроризм, допустим, участие в террористических сообществах, участие в массовых беспорядках. Но все равно, согласитесь, 14 лет – это подросток, который, в общем-то, которого сознание еще до конца, в общем-то, не выработалось. И он не совсем осознает иногда, что делает. Особенно, когда есть взрослые, которые его вовлекают в определенную деятельность, то он идет просто на поводу. Поэтому вот ужесточать в этом плане ответственность на 2 года, снижать ее – это, я думаю, не совсем правильно. Потом проверка почтовых посылок. Мне кажется, работники почты с этим справляются и без пакета Яровой замечательно иногда. Да, иногда бывает такое, к сожалению. Вот. Поэтому выезд, допустим, за границу запрещается лицам, которые ранее судимы, допустим, за определенный круг преступлений, ну и так далее. Ну, то есть он жесткий в плане ограничения именно свобод собственных граждан. Да, прав и свобод граждан. Поэтому вот недоносительство с 20 июля 2016 года, если не сообщите о преступлении... Вот это вот недоносительство, мне интересно само больше слово, всего. Да? Просто как кто-то вообще может определить, даже не определить, а как в судебная практика, вот именно как они могут доказать, знала что я знала, или не да, знала. И не знала о том, и донесла или не донесла, будем так говорить, да, но слава богу, хоть оговаривается, что в отношении родственников не надо доносить, если даже знаешь. Спасибо на этом. Да, спасибо на этом. Поэтому я думаю, что вот при таких условиях, я понимаю, что, может быть, с учетом нынешней обстановки надо как-то жестче подходить к некоторым моментам, но не настолько, насколько вот в этом пакете предусмотрено. Просто мне еще интересно, вот на ваш взгляд, как вот юриста, именно насколько это все это будет доказуемо в судах? Или тут только для того, чтобы это все заработало, начнутся вот эти вот прецеденты создаваться, и вот как по накатанной, как в свое время впервые там кого-то осудили за репосты, и понеслась, потому что прецедент был, и все, вот теперь там никто особо и не разбирается, действительно ли там какое-то экстремистское высказывание или не экстремистское. То есть вот здесь вот вроде с одной стороны мы понимаем, что это очень сложно доказать, с другой стороны один раз докажут и понесется. Я не знаю, насколько практика это будет работать, потому что у нас на самом деле есть такие законы, которые на бумаге существуют, на практике не работают. Поэтому вот лучше бы, конечно, оно было так, чем так, как вы говорите, что вот один случай рассмотрели, осудили и после этого, в общем-то, взяли за основу. У нас вообще-то в России непрецедентное право, и у нас не должны брать, значит, опыт другого региона и переносить, соответственно, на свое, допустим, уголовное дело. То есть каждое уголовное дело должно рассматриваться индивидуально, доказательства должны представляться индивидуально. Но, к сожалению, у нас не всегда так случается. Поэтому, не дай бог, вот некоторые из тех законов, которые в этом пакете Яровой, так называемом, существуют, будут работать. Лучше бы они остались вот на бумаге, но не работали.
А если говорить о шансах все-таки? Ну вот я думаю, что вот судя по практике последних лет, все-таки стали на общественность реагировать. И с учетом того, что 100 тысяч уже есть, я думаю, что когда народ будет знакомиться и будет знать, что содержится в этом антитеррористическом пакете, то протесты пойдут еще и дальше. То есть будут далеко не 100 тысяч человек, а больше. И вопрос этот, считаю, что надо поставить все-таки. Угу. И надеюсь, что услышат, увидят, и вопрос этот поднимется. Потому что, ну, не до беспредела же. У нас, в общем-то, правовое государство. А правовое государство – это прежде всего защита интересов человека и гражданина. Поэтому нужно думать прежде всего о человеке, а не об интересах государства, раз мы говорим, что у нас правовое государство. Вот на этом мы сегодня заканчиваем. Это было особое мнение Марины Копыриной, заместителя секретаря Общественной палаты Кировской области. В студии для вас работала также Дарья Пузлива. Со мной вы сегодня еще в течение дня в новостях услышитесь. А Марине Николаевне, до свидания. До свидания.